Совсем скоро Новый год, так что самое время подумать о подарках. Как удивить своих близких в самый волшебный праздник, расскажем в нашем следующем материале. Вы думали уже, что покупать своим близким, родным на Новый год? Пока нет. А когда собираетесь покупать подарки? Даже не знаю, когда. В ближайшие выходные, скорее всего. Присматриваемся пока. Еще думаем уже, а что же купить. Я вообще про Новый год не думаю. Ну, а когда вот вы начинаете покупать подарки обычно? Ну, ближе к Новому году, после 20 числа, где-то так. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Сколько раз мы слышали эту фразу, но почему-то ежегодно мы забываем про нее, когда дело касается выбора новогодних подарков. Это, наверное, все-таки связано с рабочими буднями, что как-то вот не получается, люди время не находят. Но потом начинают вспоминать, что все-таки скоро такой красивый, светлый праздник Новый год, поэтому надо покупать родным подарки. Дарить близкому человеку безделушки не хочется. Подарок должен быть оригинальным, практичным и нужным. А что может быть практичнее подарочного сертификата? Тем более, если этим сертификатом можно оплатить сразу несколько услуг. Подарочный сертификат INSEED универсальный. Им можно оплатить любую из наших услуг. Интернет, кабельное телевидение или закрытые пакеты цифровых телеканалов. Кстати, оборудование для просмотра закрытых пакетов тоже можно приобрести по этому сертификату. Комоду или ресивер. И, по-моему, самое время задуматься, чем занять себя в новогодние праздники. И самое время пойти и приобрести дополнительное оборудование и смотреть телевидение высокого качества. Обычно хороший подарок стоит не менее 1000 рублей, а то и больше. Подарочный сертификат INSEED можно купить за 500 рублей, 1 или 2000. В общем, на любой вкус и кошелек. Приходите за новогодними подарками в компанию INSEED по адресу проспект Коммунистический, 22. Подробности узнавайте по телефону 39 55. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.